Очень много сделано было за последние года два, наверное. Примеры: Соляной парк, Данная набережная, в 104-м микрорайоне парк Серпантин. Что еще? Ну, Советский проспект. Ну и так в целом, даже во дворах стало лучше. Очень много цветов, в Вологде меньше цветов. Вот, советский, красивая, советский. Да. Набережная просто чудесная. Советский проспект. Угу. Тоже да, очень красиво, зелени много. Просто вообще из другого города, из Краснодарского края приехали. Но вот за последние 2-3 года динамика, конечно, положительная, вот в лучшую сторону. То, что вот набережная появилась в городе, это очень отлично. Есть где погулять. Да, город меняется в лучшую сторону. Инфраструктура меняется. Мероприятия тоже проводятся. 1 сентября было мероприятие, грандиозное было. Вижу, как изменилась наша центральная улица, это Советский проспект, там вообще, я был во многих городах Европы и, ну, на уровне держится. Я любитель спорта, и как бы вот такие вот открытые местности, как говорится, и вот такое вот пространство для бега, для, как говорится, любых подтягиваний, упражнений и все остальное, оно очень привлекает меня. Конечно, город меняется, конечно, он становится лучше, особенно сейчас это чувствуется. Улицы все стали красивые, дома прям преображаются, крыши, то есть приятно смотреть. Приятно гулять по городу по нашему. Да, гордимся нашим городом. Я сама из города Сыктывкара приехала, и я была в Устюге, в Тотьме, в Вологде, в Кириллове, и вот сегодня поехала в Череповец. Меня очень радует то, что в Вологодской области в каждом городе идет благоустройство. На самом деле, меня это поражает, потому что вы прямо реально, у вас постоянно что-то ремонтируется, благоустраивается, везде высаживаются цветы, гортензии. Я просто смотрю, насколько выросли деревья за это, я отмечаю это прям все на своих фотографиях. И это поразительно. Мне кажется, вот если бы в каждом городе России было так красиво, как у вас, это прям вообще цветущий сад.